Здорово, И всем здорово. привет, дорогие друзья! Сегодня я буду следить за игроками на проекте Black Rush, ссылочка на игру в описании, не забываем, пацаны. Предыдущий победитель с предыдущего ролика на 2 миллиона объявляется, прямо сейчас увидите его на экране. Если тоже хочешь выиграть у меня 2 миллиона, обязательно подпишись на мой канал, поставь лайкосик, напиши свой комментарий и досмотри ролик до самого конца, пацаны. Мой ник Сергей Миронов, а также мой промокод хэштег Мирон на сервере Черри, ребята, все в описании и на экране, поэтому, пацаны, вводите, вы получите бонусы, я получу бонусы, все останутся как бы довольны, пацаны. Сегодня мы будем следить за разными игроками, как за лидерами, игроками, попытаемся, может быть, там за админами какими-то, короче, будет максимально интересно, поэтому усаживайтесь поудобнее, там печенюшки, чаечек, в общем, что хотите, то и вот и делайте, пацаны. Давайте зайдем в слежку за рандомным айдишником. Давайте, не знаю, допустим, 215. 215 это у нас Александр Матусов. Он едет на вот такой вот Мазде тройке. На счету у него 5000 всего лишь. Это, по-моему, вообще организационное, насколько я знаю, либо нет. Точно не могу, пацаны, сказать, но скорее всего. Давайте, поехали дальше. 216. Это у нас Миша Писаренко, он сейчас летит на своей Audi A4, не знаю куда, денег у него 56 800. Идем дальше, давайте посмотрим, есть ли в сети лидеры, лидерс. Опа, пацаны, ребят, лидеров очень много на данный момент, и сейчас мы будем за ними следить. Мне кажется, это будет максимально интересно, давайте сначала проследим за лидером в Сина. Это у нас Ваня Даниссимо, 39 айдишник. СП-39. Ваня Даниссимо сейчас стоит на данный момент в АФК. О, блин, прогульщик. Прогульщик, ребята. Не одобряю, не одобряю. Точнее, даже осуждаю, так скажем. На счету у него... лямчик. Лямчик у него на счету. Нормальная тема. Нормально. Так, идем дальше. Лидерс. Смотрим. У нас есть полковник... Ой. Положенец. Арзамаска ОПГ. Это Эмилан Рэй. 564 айдишник. Смотрим, 564, чем он занимается. На данный момент он стоит у своей базы, они стреляются. Или стоп, это разве их база? Разумаску УПГ настолько обновили круто, вау. Вот такое я уже одобряю, ребята. В обновлении, походу, изменили тут вот это вот, как сказать, маппинг. У Арзамаска ОПГ выглядит довольно-таки достойно, пацаны. Первый раз вижу. Кстати, оценочку обязательно как бы в комментосике. Все вы знаете. Понятно, ничем они особо таким не занимаются. Просто чилят на своей базе. Я-то думаю, может, там сейчас на военку какую-нибудь нападают. Что-нибудь еще интересное. Но на самом деле, по факту, ничего такого и нету. Дальше, воинская часть. Лоткаринская ОПГ у нас еще есть. Это Ванька Андреев, второй айдишник. Давайте за ним проследим. Он у нас едет вот на таком вот замечательном топовом гелике. Блин, как же круто гелик выглядит вот с этими отражениями. Это просто шикардос, пацаны. Где вы еще такое увидите? Пиксели вообще нема има. Ема. Ну там еще может видос немножко качество теряет. А так вот, как вижу я, это просто вообще идеально. Немножко, правда, подлагивает, но это все потому, что и при записи, и самый пик игроков, сервер действительно неплохо так нагружен. У него, короче, лямчик. У него лямчик, денюжек. Короче, катается на гелике, ничем таким не занимается, пацаны. Ничего пока что действительно прям интересного вау нету, но я думаю, вам все равно интересно смотреть данный ролик. Воинская часть, это у нас полковник, самурай Мальборо. 705 айдишник. 705. 705 айдишник, они поехали, я так понял, за продуктами. Лидер сам лично ездит за продуктами. Такое поощряю, не осуждаю, как говорится. Так, ну нормально, чё. Чё бы и нет. Ух ты. Нормальная такая пробочка. Вообще по кайфу, пацанам. Нормально, я смотрю, катаются, ездят. Чё так много людей на самом деле? Ну, хотя да, чё я спрашиваю, самый пик. И денег у него 629 тысяч. А, нет, 62 тысячи. 62 тысячи. Ладно. Дальше идем. Мы посмотрели воинскую часть, Арзамаску ОПГ. Воинскую... А, тут и эти, и замуж теперь, точно. Так, правительство. Это у нас Саша Моськин, 753 айдишник. 753. Это... Так, Саша Моськин у нас стоит. Я не знаю, братух, если ты смотришь этот ролик, я надеюсь, я правильно твой ник прочитал. Саша Моськин. Моськин, я не знаю, братух. Ну, типа Моськин как-то так более звучит.
Он общается с Егором Холодовым. У него на счету аж целых 4 лямчика. Нормально, богатый, богатый дядька. Богатый дядька. Дальше. И Батыревская ОПГ, вор законе, Рич Хакаги. 902-й айдишник. Ой. Так, 902-й айдишник, ребята. Рич Хакаги тоже на своем гелике. Стоит у забора с донат-колонкой. На счету у него 759 тысяч, ну, грубо говоря, 800. Ничего тоже таким не занимается. Он стоит у воинской части, да, как я понял. Сейчас посмотрим. А, у Всена. У Всена они стоят. Что-то он хочет сделать. Что-то он замышляет, дядька. Дядька, ты что делаешь? Ё-моё, блин, посадят тебя, дядя. Ты давай аккуратнее, не играй с судьбой, так скажем. Так, лидерс. Так, смотрим, ФСБ, ФСБ начальник и замначальник. Давайте следим за Василием Джонсоном, 295-й айдишник. 295-й айдишник, переходим за ним. Ну и, в принципе, он тоже ничего такого не делает, он принимает людей по отчетам. Тут кто-то пишет, кого-то одобрили, нормально там. На замначальника, в СИН, ё-моё, блин. Нормально, нормально. Василий Джонсон, вот такой вот прикольный скин, кстати, по-моему, изменили скин, да, если я не ошибаюсь? Напишите тоже об этом в комментарии, потому что раньше у лидеров ФСБ вроде другой скинчик был, ну да ладно. Так, лидерс. Вроде всех уже посмотрели, ребят. Да, всех посмотрели, не посмотрели только ЦБ. ЦБ, то есть больница. Нету лидеров сети, и зама тоже, как я понял. Короче, филонят, филонят. Либо сняли и ищут на данный момент нового, так сказать, лидера. Идем дальше, проследим за рандомными айдишниками. 455, это у нас такой Влад Валентинович, Валентинович, извиняюсь, с первого раза, блин, не прочитал. Приехал на личной машине на пост, ну ё-моё, какой у него Skyline, кстати, прикольный. Вообще, так, а, это ГТР, это ГТР, ё-моё, блин, я учу совсем. Прикольно, прикольно выглядит, но занизено, занижено колхозно, как по мне. Не надо было занижать данную тачку. Ну а так прикольно выглядит, действительно. Оценочку, как всегда, пацаны, в комментариях. Как вы оцениваете данный ГТР? Так, идем дальше. 478, допустим. Это у нас дальнобойщик, ребята. Кстати говоря, я продал свою транспортную компанию. Кстати, а дядька-то у нас... Не бедный, 18 миллионов у него на счету, 18 миллионов 206 643 рубля. Дядька-то у нас богатый, оказывается, Денис Ваголубов. Ваголубов. Блин, пацаны, такие ники, извините, если с первого раза не могу прочитать, действительно, я... Ну вот да, я не могу. Ну, дядька, да, богатый, неплохо, так неплохо. 859-й, это у нас Дима Сакура. Дима Сакура работает на шахте. Относит металл. Нормально, пацан. Работяга, работает, не просит деньги, уважение, респект. Заработал уже 36 тысяч. Ну да, понятно, ребят. X2, почему бы и нет, собственно говоря. Так, СП, ППП, 432. Платон Филинских. Вот, на такой вот бэхе катается. Нормально ему жизнь... Опа, нормально такой видок, пацаны, первый раз такое вижу, если честно. Слушайте, прикольно выглядит. Блин, так типа, знаешь, со стороны смотришь. Короче, да, прикольно. 123-й автобусник, тоже ничего интересного. 124-й Данил Гум прокачивает свой зазик. Просто смотрите, какой заряженный. Блин, я бы себе такой в жизни хотел, если честно, гонял бы чисто по дворам. Нормально было бы. Так, 345-й это Альберт Сафин, он тоже, грубо говоря, ничем таким не занимается, сразу перелистываем, 675-й, это у нас опять же дальнобойщик, вы, кстати, посмотрите, ребят, какие дядьки-то у нас богатые дальнобойщики, 41 тысяча или 410 тысяч. 410 тысяч. Ну, короче, кто работает дальнобойщиком, пацаны, в натуре прибыльная работа с 10 уровня, как по мне, даже лучше инкассатора. Так, 980. 980, это у нас тоже, так сказать, автобусник, а бобусник 10600 рублей. Так, давайте, я не знаю, 197. Опа, это у нас кладоискатель и с ником, блин, вот так вот и читай потом эти ваши ники. Жетпистаевалинур. Ё-моё, блин, такое я не могу прочитать. 253. Это у нас вот такую вот.
Хотел сказать, ладно, я не буду говорить, что я хотел сказать. Это у нас развозчик пиццы, Delivery Club, пацаны. Рекламу вам подвез, Delivery Club. Вы мне пишите, если что, в ВК. 245-й. Это у нас Алекс Рокфеллер хотел... А, стоп, Рокфеллер. А, ну это и есть Рокфеллер. То есть я правильно подумал, короче говоря. Блин. 183-й. Данил Родин просто бегает, даже без формы, смотрит, как работают работяги. Это их начальник, наверное, пацаны, да, как я сразу не понял. Деньги у него 40 рублей. Нормально. Нормально, ребята. 438-й. Это у нас Богдан Кир. Вот, так сказать, похож на девушку. Богданчик-то у нас. Богдан-то у нас, получается, с приколом. Богданчик. Ну, давайте, ладно, идем дальше. 278-й. Вроде вводил, а нет. Это у нас работники инкассатора Марас Шакур, нет, Чернота, Чернота, Марас Чернота. Пацаны, вот, вы когда создаете ники перед тем, как начать играть, что у вас в голове, у меня вопрос. Ну вот, Мухан Макинур, Махинур, как-то так читается, должно читаться, по крайней мере, это еще куда ни шло, но Марас Чернота... Это типа, играй по-черному, и получается, ну, короче, в своем роде это патриот. Патриот этого проекта. Марас Чернота, короче, ладно, идем дальше. 453-й. Это у нас вояка, еще один, Данил Рокоссовский, Росковский. Росковский, во, нормально. Едет на своем БТР, или как оно там правильно называется. Денег у него немного, 68 тысяч. Нормально, идем дальше. Идем дальше. Я уже даже не знаю, какой айдишник вести. Давайте 888. Пойдем по блатным сейчас посмотрим. О, 888. Посмотрите, какой гордый ник. Персон офсайд в зал. Пипец. Ладно. 777. Это у нас тоже какой-нибудь блатной. Амир Макаров. Вот, нормальный ник. И все понятно. И с первого раза. Давайте последим за моими пацанами. Кто с моим ником есть на сервере. А есть только два человека. Это я и Мишаня. Мишаня Миронов. СП-476. Странно, обычно как не смотришь, где... О, ну понятно, мой человек в клубе чисто тусит, как бы отдыхает, развлекается, ребят. Так и нужно проводить свое время на Блэкраше. Тем временем, давайте я передам ему бабосиков. По-моему, у меня есть платину... Да, я смогу ему передать. Нормально, лови, братуха. Чисто тебе за мой ник, братуха, прилетела от души. Лови, 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 лови. Ребята... Поэтому вводите мои ники, ребят, если вы хотите такие же плюшечки от меня получить. Но это будет рандомная тема. Он даже ничего не сказал. Даже ничего не скажешь. Нормально тебе, брат? Ну, короче, я понял. Каждую секунду, каждую минуту ему прилетает столько бабосов. Тупо. А ты где? Я призрак. Я призрак напишу ему. Ты хоть спасибо скажи. Я в шоке. Ну ладно, братуха. Так а чё ты молчал-то? Сразу бы написал. А чё ты думаешь? Деньги с небес тебе посыпались. Так не бывает, братуха. Давайте дальше пойдем. 666. Серега, спасибо огромное, братух. Да не за что. Так, это у нас тоже ГТР. Или это не ГТР? Все-таки я сомневаюсь. Ниссан. Ниссан. Ну да, это ГТР. Почему я его все время со Skyline'ом путаю? Я не знаю почему. Нормальная машинка. Тонированная в круг. Вся в тюнинге. Кто шарит, тот шарит. Так, ребята, 333-й айдишник у нас, автобусник, абобусник, как я уже говорил, 169 тысяч у него на руках, нормально, парень работает, добивается своих целей. Нормальная тема, нормальная тема. 222, Симонов Кирилл, Симонов Кирилл, нормальная тема. Короче, ребята, СП-офф. Под конец этого ролика, кто досмотрел до конца этого ролика, ребята, давайте я прямо сейчас на ваших глазах прописываю команду донат. Мне зачислено 3242 рубля, на счету у меня 4109 рублей. И давайте прямо сейчас при вас, в каждом конце ролика, я буду открывать автокейсы, ребята. Просто. Теперь это будет, так сказать, стандартное явление. Теперь в конце каждого видеоролика я буду открывать автокейс, ребята, чтобы вам было интересно смотреть аж до самого конца. Ну что, пацаны, поехали, крутим, катим, крутим, и посмотрим, что же нам выпадет на сегодня.
Я думаю, выпадет что-то годное. Пожалуйста, давай, 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 только не Акуру. Только не Акуру, все что угодно, только не Акуру. Так? ВАЗ 21-15. Короче, выпала нам пятнашка, ребята, такая заряженная. Нормальная тема, ребят. Спасибо, кто досмотрел ролик до самого конца. Ролик получился аж на целых 15 минут, ребят. Всех люблю, обнял, приподнял. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.